Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Harrier 2003 года выпуска. На этом автомобиле мы сегодня заменим задние стойки стабилизатора и втулки заднего стабилизатора. Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль, снимаем оба задних колеса и уже там подбираемся, снимаем, демонтируем старые запчасти и устанавливать будем новые. Поднял, снимаем колеса. И вот я что хотел показать. Вот они, стойки стабилизатора. Она, конечно, стучит, болтается. Но эти стойки, видите, они ремонтированы. Отходили они, получается, 10 лет. Их делали 10 лет назад. И 10 лет они отходили. Спереди стояли такие же, в предыдущем видео видно. Но вот сейчас уже вовремя их не обслужили. Ну, вот видно, палец шевелится. Из-за этого они рассыпались, а так бы ходили бы еще. Поэтому мы их и меняем. Ладно, откручиваем мы сверху снизу. Сейчас резьбу почистим. Ключик здесь на 14. Держим шестигранничком. Шестигранник здесь на 5. И также снизу тоже. А вот верхний палец еще тугой. А нижний уже это простукивает. Берем новую стойку. Новую стойку мы будем фирмы 3 пятерки использовать. По номеру она идет SL3755. Мажем резьбу.
и наживляем обе гаечки. А теперь затягиваем. Все, стойку стабилизатора мы заменили. Теперь меняем втулку стабилизатора. Здесь два болтика на 12. И снимаем скобу. Здесь втулка круглая, подлезть до нее очень удобно. И чтобы было удобнее ее снять, не оттягивать, ну хотя она и так выходит. Мы ее вот здесь по разрезу разъединяем и снимаем. Новую втулку мы будем использовать оригинальную, тойотовскую, 48 818 21 020. Такая втулочка идет вся в парафине, диаметр ее получается 10 миллиметров. Сейчас здесь протру, ну металл под втулкой уже видно, поднабитый. Смажу резьбу на болтиках. И одеваем скобу. Затягиваем. Все. Стабилизатор мы с правой стороны сделали, втулку и стойку стабилизатора мы заменили. Аналогичным образом меняем вторую сторону. И на этом все. Всего вам доброго!